Нелегальную постройку под снос. Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда обратилась в суд с иском о демонтаже закусочной, которая была построена без каких-либо разрешительных документов. Суд согласился с доводами надзорного ведомства. Продолжит тему Людмила Кухарева. Казалось бы, обычное придорожное кафе, хорошее проходное место, всегда есть посетители. Владельцы стали постепенно расширяться, к зданию добавились еще несколько летних павильонов. Но планы предпринимателей нарушили сотрудники прокуратуры. Сигнал о незаконной деятельности закусочной, поступивший от волгоградцев, заставил надзорное ведомство обратить на нее более пристальное внимание. Прокуратура Тракторозаводского района города Волгограда обратилась в суд с исковым заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц с требованием освободить земельный участок, который расположен по адресу город Волгоград, Тракторозаводский район, улица имени Шурухина, дом 71, путем сноса объекта недвижимости. Это одноэтажное строение, которое мы видим. Это кафе-закусочное «Капкан» и трех других объектов. Это некапитальные объекты, площадки по оказанию услуг общественного питания, которые мы видим по бокам. Как показала прокурорская проверка, у хозяев этой точки общепита действительно нет никаких разрешительных документов. Ни на участок, ни на постройку, ни на ее эксплуатацию. А значит, объект функционирует в нарушение земельного и градостроительного законодательства. Не производя налоговых отчислений за землю и имущество, владельцы кафе наносят существенный ущерб бюджету. Да и отсутствие гарантий соблюдения санитарных и противопожарных требований, по мнению прокуратуры, ставит под вопрос безопасность посетителей закусочной. В этой связи прокуратура и Тракторозаводского района города Волгограда обратилась в суд с исковым заявлением о сносе самовольной постройки. Тракторозаводский районный суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Правда, пока решение Тракторозаводского районного суда в законную силу еще не вступило. У владельцев кафе есть право обжаловать вердикт о сносе самовольной постройки. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».